Здравствуйте! В эфире «Новосибирские новости». Мы рассказываем о том, что происходит в городе. В студии Лидия Захарова. Смотрите сегодня в выпуске. Навигатор запутал. Родителей напугали просьбы о получении сертификатов на кружки и секции. В Новосибирске меняют систему дополнительного образования. Сертификаты на посещение кружков и секций предлагают оформить родителям новосибирских школьников. Для многих нововведение стало неожиданностью и породило массу слухов. Можно ли записаться на занятия без сертификата? Позволяет ли он ходить сразу в музыкальную школу и на мотокросс? Александр Сульдин разобрался в нюансах дополнительного образования. Получите сертификат в навигаторе. Такую просьбу услышали родители старших детсадовцев и школьников в этом году. У родителей паника. В тематических форумах пугающие сообщения. Без сертификата не пустят в кружки и секции. Набор занятий ограничат. Оказывается, нет. Этот сертификат учета может быть использован на любое количество программ, на которые ребенок захочет, на которые он захочет записаться. Сертификат – это номер ребенка в электронной системе. Пока идет первый этап ее ввода. Количество секций, куда может пойти школьник, не ограничено. Также и время получения сертификата. Если не успели до 1 сентября, ребенка в кружке или музыкальной школе все равно примут. Это прежде всего учет. Если мы увидим, что какие-то направления востребованы, но их нет, конечно, это те направления, которые нужно развивать. Навигатор дополнительного образования детей – это прежде всего электронная площадка. Для того, чтобы туда войти, достаточно просто в любом поисковике набрать «Навигатор дополнительного образования детей Новосибирск». Далее система предложит вам зарегистрироваться, то есть заполнить несколько полей, среди которых выбрать город, где вы проживаете, написать свою фамилию, имя и отчество, адрес электронной почты и номер мобильного телефона, также придумать пароль. Таким образом, у вас создан личный кабинет. Для того, чтобы получить сертификат, нужно будет обратиться в школу или в центр дополнительного образования детей, там, где есть пункт выдачи сертификатов. Всего таких пунктов 150. Один из них во дворце детского творчества «Юниор». Поток пап и мам с документами стабильный. Ольга Корниленко пришла записать ребенка в кружок танцев. Все очень быстро, и заявление заполнила очень быстро. Документы, паспорт родителя, СНИЛС ребенка, свидетельство о рождении ребенка, и все. Анна Ильина руководит студией эстрадного вокала. У нее занимаются дети от 5 до 16 лет. У нас 60 человек. В этом году уже набрано. Поэтому мы очень довольны. Понятно. Все это случилось благодаря, даже весь этот набор, особенно вот сейчас новый набор, благодаря навигатору. Навигатор пока не заработал в полную силу. На втором этапе введут еще сертификаты на финансирование. На каждом будут деньги. Таким образом, дети и родители рублем проголосуют за развитие своего кружка. Александр Сульдин, Сергей Хлопов, Новосибирские новости.